Paņemsim Bībeli. Bībeli, to poslanie ļubvī napisano mne lično. Teiksim, Bībeli ir mīlestības vēstule uzrakstīta man personīgi. Ja atkrivaju svoje sierce. Un es atveru savu sirdi. I svoje saznanie. Un savu saprātu. Štoby prinjat. Lai pieņemtu izmeņājuši moju žiži slovo. Vārdu, kas maina man dzīvi. Ja, maja simja. Es, mana ģimene. Maja cerkov. Mana draudze. Moj gorod i maja strana. Mana pilsēta un mana valsts. Nebūdot. Neostanutsa priežņi. Tie nepaliks neizmainīti. No būdot izmeņeni silai slavai. Bet tie tiks izmainīti ar Dieva garu spēku. Ar Dieva garu vārdu spēku. Amin. Amen. Amin. Садитесь, пожалуйста. Сажитесь, лучше. Приветствую вам от нескольких мест, где мы служили, в Талсах. Sveicien no Talsiem, tur, kur mēs kalpojam. В Огре. Огре kalpojam. И в прошлое воскресенье в Биржае. Un pagājušajā svētdien Biržos. В это воскресенье мы поедем в Jēkabpils. Un nākamajā svētdien mēs brauksim uz Jēkabpili. И если кто-то желает присоединяться в нашей поездке вместе с нами, дайте желание своё согласие, то есть своё желание Рите, скажите, мы будем смотреть. Un ja kāds vēlās pievienoties kādiem braucieniem līdz, dodiet ziņu man vai Ritai. Вот в Огре было интересное собрание. Огре бы тац интересанс, а докопаемся. Мы славяшенс группа калпой. Знаете, такое чувство было, это баптистская церковь была, делали такое служение, то есть собрание о Духе Святом. Баптисту драудзе рīkoja dievkalpojam par Svēto garu. И вот у меня было заключительное служение, третье. Un man bija tāda noslēguma runa, svētru trešā. И когда мы ехали, пастор звонит, говорит, ну, я тебе не ответил, потому что у нас еще служение шло. Un viņš man atzvana un saka, es tev vēl neatzvanīju, tāpēc, kad mums vēl dievkalpojums kāja. Служение началось 12 часов. Dievkalpojums sākās 12. 10 минут 5, у них только вот служение закончилось. Bet 10 pāri 4 dievkalpojums tikai beidzās. Больше 4 часов служение шло, а в 5 уже следующее служение. Vairāk kā 4 stundas bija dievkalpojums, un tad 5 bija nākamais. Это остались с того служения. Un tad 70% cilvēku palika vēl no tā dievkalpojuma. Вы можете представить себе, люди уже вымученные. Cilvēki bija jau tādi izmocīti. 4 часа служения. 4 stundas bija dievkalpojums. Baptist draudze. И проповедовать о силе Духа Святого. Bet jāsludina par svētā gara spēku. Пока старший пастор в отпуске. Kamēr vecākais mācītājs ir atvaļinājumā. Это было очень интересно. Сплетение всех чувств. Bija ļoti tāda interesanta sajūta virkne. Когда ты говоришь «Аллилуйя», так это саки «Аллилуйя». Только один Айвар говорит «Аллилуйя». Только один Айвар отвелся «Аллилуйя». Спасибо за поддержку. Палдес, Айвар, хоть одна была поддержка. Наша группа прославления. Ну, слава, это был тот отбалс. Был интересный момент. Был интересант. Да, но наша группа прославления – это самое лучшее, я вам скажу. Бет му слава, это и лабаки. Это не просто комплимент, друзья. Я знаю, о чем говорю я. Десятки, сотни церквей ездил, проповедовал, служил, присутствовал. Un tas nav vienkārši kompliments, es zinu, par ko es runāju, es biju daudzās draudzēs konferencēs. И то, что я хочу просто похвалить, ну, просто в духе, не то, что я привык даже, на самом деле, эту ценность, которая здесь рождена, сформированная. Un es gribu vienkārši pateikties Dievam, un nevis vienkārši paslavēt, bet tas ir tas, ko Dievs ir veidojis. Глубина поклонения, прославления, это... Šo dziļumu, pielūgsmes dziļumu. Продолжайте. Paldies jums un turpiniet darboties Dieva virzienā. Slava Bogu. И уже пастор Эрланд представил как какую-то уникальную проповедь. Mācītājs Эрланд jau stādīja priekšā kā tādu unikālu svētrunu. Кто-то сейчас думает, kāds tagad domā? Тут говорить или делать, как он будет проповедовать. Ko tad mācītājs tagad runās vai darīs, kā viņš sludinās? Я не буду другими какими-то методами ничего проповедовать, как просто проповедовать Слово Божие. Un es nesludināšu nekā citādāk, kā vienkārši sludināšu Dieva vārdu. Но уникальность в том, что я хочу сегодня поделиться проповедью Иисуса. Un unikalitāte ir tajā, ka es vienkārši gribu dalīties ar Kristus sprediķi, svētrunu. Pilnā tādā kontekstā. Много мы слышали на протяжении десятков лет разные проповеди, где мы брали какое-то место писания и строили какие-то проповеди. Par šiem gadiem mēs esam dzirdējuši daudz svētrunas, kur mēs vienkārši ņēmām kāds rakstvietas un tad būvējām kontekstā. Да. А здесь я хочу от начала до конца поделиться или прочитать и вместе порассуждать, остановки сделать какие-то комментарии. Bet šeit no sākuma līdz beigām es gribu izlasīt un ielikt kādus komentārus, pārdomāt kādas lietas.
именно о Нагорную проповедь. Tieši par kalna svētru. Nagorna проповедь это не первая проповедь Иисуса. Kalna svētru, tas nav pirmais Kristus prediķis. 4. Глава, она завершается в том, что после искушения Иисус вышел на служение. Un 4. Nodaļa noslēdzas ar to, ka pēc kārdināšanas Kristus iznāca kalpošanai. Sīļa Duha Svētova. Svētā gara spēkā. Сопровождение чудес и знамений. Un viņam sakoja zīmes un brīnumi. Он проповедовал по синагогам. Viņš sludināja sinagogās. Он ходил, исцелял, изгонял бесов, исцелял всяких болезней. Viņš gāja un dziedināja un dzina ārā visādus ļaunos garus. И к концу главы написано, что за ним следовало множество, толпы народа. Un nodaļas beigās ir rakstīts, kad viņam sakoja liels pulks ļaužu. No Samarijas, no Jūdejas, no visām citām vietām. Un piektā nodaļa, no pirmā panta. Tur ir uvidil množestvo naroda, Isus padņālsa na sklon gary i siel tam. K nimu padašli jevo učiniki, i on načil ih učit takimi slavami. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu muti atdarīs, viņš tos mācīja sacīdams. Mēs būtam izpolzovat ruski novi perivot. Es izmantošu krievu jauno tulkojumu. K tomu vremeni Jēzus načal formirovat komandu učinikov. Tajā laikā Jēzus jau sāka veidot mācekļu komandu. I jēsti gavarīt za Evangelija Matfēja, to mē prosto vidim, šo tolko 4 ученика, которые пошли за ним. Un ja mēs skatāmies uz Mateja evaņģēliju, tad mēs redzam tikai 4 mācekļus, kuri sekoja viņam. Но если рассмотреть последовательность Евангелий. Bet ja mēs skatāmies visu evaņģēliju, то, скорее всего, уже было 12 уже присутствовало в этом количестве, в этой толпе. Tad visdrīzāk jau šie 12 mācekļi arī bija šajā ļaužu pulkā. И вот нарисуйте себе картину. Un uzīmējiet sev tādu ainu. Jēzus. Группа учеников. Ir kāds и множество народа. Мацеклю тац барінч, un tad ir viss pārējais pulks. Поднимается на гору, чуть на возвышенность. Jēzus paceļās uz kalnu. И в лице учеников он проповедует всему народу. Un viņš sāk runāt uz мацеклям, uz visu tautu. Микрофонов не было. Как это получалось? Nezinu, kā tas sanāca. Но они слышали. Bet viņi dzirdēja. И он начал учить их. Такими словами. Viņš sāka mācīt viņus. И здесь несколько стихов, они начинаются блаженны. Vairāk panti tiek runā par svētību. Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит царство небесное. Svētīgi gara nabagie, jo tiem pieder debesu valstība. Латышки святые, да? Святые. Благословенные. Будьте благословенны и здоровы. Да. Блаженны. В русском переводе это высшая степень счастливости. Счастья. Ja no krievu valodas tulkojot, tad tā ir tāda laimes augstākā pakāpe. Я не раз переводил, то есть смотрел в словарь, что бы значило вот слово блаженство. Думал, это просто устаревшее русское слово. Es daudz reizes esmu skatījies, ko nozīmē vārds svētīgi, svētlaimīgi. Но оно отражает, блаженство, оно отражает, ну что, высшую степень счастья. Bet svētlaime tā kā atspulguļo augstāko laimes pakāpi. Как сегодня даже пастор уже сказал, что даже чувство релакс. Kā arī mācītājs šeit teica, pat tāda atpūtas sajūta. Оно тоже здесь является синонимом блаженства. Un pat šī atpūtas, tāda miera sajūta arī ir kā sinonīms šim vārdam. Картина была представление, что Иисус имел в виду, когда говорит блаженны. Un es gribu vienkārši uzzīmēt tādu ainu, ko Jēzus domā ar to, kad viņš teica svētlaimīgi, svētīgi. Нам как-то более привычно уже святыги, да? Mums tā ierastāk ir svētīgi. Благословен, благословен, благословений. Svētīgi, как-то нам привычно. Svētība ir ierastāk. Но даже в ряду русских переводов все же сохраняется блаженный. Bet daudzos krievvalodas tulkojumos ir šī svārds svētlaimīgi. Я понимаю, что латышский язык, он более ограниченный. Varbūt латвийская valoda ir vairāk, с другими тā мазак. Группами языков. Ir vārdi šie. Это не унижение, нет. Я просто говорю, что и в английском тоже есть разница. Arī angļu valodā varbūt nevar tā izteikties. Русский, он на самом деле, русский язык, он богатый язык. Krievu valoda ir tāda bagāta valoda. Он не мой родной язык. Viņš tā nav man dzimtā valoda. Я его не любил и на уроки пытался не ходить. Es man nepatīk krievu valoda, un es arī stundām centos neiet. На самом деле, слава Богу, что-то выучил и осталась Библия на русском языке в сердце. Bet paldies Dievam, kad kaut ko mācījos un arī palika Bībeles sirdī. Поэтому, говоря блаженство, смотрите,
Значит, что имеется здесь в виду? Я некотором даже таком легком шоке. Kas tiek domāts ar šo vārdu? Kaif. Tātad svētlaime kaifs. Kaif. Наслаждение. Bauda. Es не знаю это слово. Es pat nezinu. Нега. 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 Ну вот вы русский лучше знаете. Нирвана, это вы понимаете сами. Нирвана. Кто-то понимает, что такое нирвана. Это уже высшее. Полный улет. Kad tu vienkārši esi, nezinu, mama, aizlidojis. Mama, ja uiežāju, ja ulitāju. Prasvitlienie. Tāda apgaismība. Raslabon. Kad tu esi tāds atslābis. Relax. Relaxējies. Šķastie. Laime. Udovoļstvie. Bauda. Upajienie. Kad tu esi tāds padzirdīts. Uslada. Dīts. Eiforija. Eiforija. Nu, vat, na pirmu slučaju. Вот столько синонимов. Tik daudz sinonīmu šim vārdam. И вот хочется, чтобы Дух Святой нам помог чувствовать, понять, что Иисус имел в виду, когда он говорил. Un gribēs, lai Svētās Gars mums palīdz izprast, ko Jēzus domā šo vārdu, ka viņš runāja to. Блаженные те, кто ощущает нищету в духе. Svētīgi, svētlaimīgi ir tie, kas izjūt šo gara nabadzību. Поощрял жаждущих. Jo Dievs vienmēr ir devis tiem, kam slāpst. Un šodien arī tika pateikts, ja tu sagaidi, ja tu sagaidi kaut ko saņemt, tad Dievs viņš grib iedot tiem, kam slāpst, tiem, kas sagaida. Ощущает, знаете, насытимость такую духовную, что больше мне не надо, или перебирает какие-то десертики выбирает. Tie, nevis tie, kas vienkārši jau tādi garīgi ir pārpildīti, viņiem neko vairs nevajag, un viņi tik tā izvēlās, ko viņi grib kā deserti. Любом духовном уровне. Uz jebkura garīga līmeņa. Когда мы ощущаем недостаток духовный. Kad mums ir šī vēlme un šī sajūta, kad ir kaut kas vēl, ka nepietiek. Princip царствия Божьего. Un šajā ir šī Dieva valstības princips. Блаженны. Kad jūs esat svētīgi. Kad jums ir šī sajūta. Блаженны плачущие, потому что они будут утешены. Svētīgi tie, kas kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Здесь заложена основа в этой Нагорной проповеди. Заложена основа. Šajā kalna svētrunā ir ielikts jaunās derības pamats. Учение апостолов. Visa apostoļu mācība. И на первый взгляд. Un ja mēs tā skatāmies. Вот читаешь, вот сейчас я прочитал это стих. Блаженны плачущие. Un visi pirms liekās, es tikko izlasīju svētīgi tie, kas raud, jo viņi tiks iepriecināti. И когда мы будем слышать вот эти принципы, эти такие заявления Иисуса. Un tad, kad mēs dzirdēsim šos principus. На наш первый взгляд или на наш слух. Mūsu tāda pirmā reakcija uz mūsu dzirdi. Liekas tāds paradoks. Что такое парадокс? Это противоречие. Vienkārši pretrunīgi. Это то, что не совпадает, не складывается с нашим впечатлением, нашим пониманием, с научными какими-то доказательствами. Tas, kas nesakrīt ar mūsu kaut kādu izpratni vai zinātniskiem kaut kādiem pierādījumiem. Или выглядит противоречивым на здравому смыслу, на первый взгляд. Un liekas, ka tas tā ļoti pretrunīgi, ja tu tā ar veselo saprātu klausies. Но духовный человек. Bet garīgs cilvēks. Человек, который рожден от Духа Божьего. Tas, kurš ir piedzimis no gara. Понимает, что это не парадокс. Viņš saprot, ka tas nav nekāds paradoks. Для человеческого естественного принципа. Varbūt priekš tāda dabiskā principa, priekš cilvēces. Но не для духовных. Tas ir paradoks, bet priekš garīgiem. Царствия Божьего. Garīgiem cilvēkiem un priekš Скажи, valstības principiem tas нав парадокс. Мы видим вот эти вот вызовы в большинстве содержания этой Нагорной проповеди. Un mēs arī redzam šos principus savās dzīvēs. Мы будем вот это ощущать. Ka mēs to izbaudīsim, izdzīvosim. Вот это чувство парадокса. Šo paradoksu sajūtu. Что, когда мы понимаем, почему Иисус говорил. Un tad, kad mēs to izprotam, kāpēc Jēzus teica? Имеющие уши, да слышат. Kam ir ausis, tas lai dzird, ko runā gars. Знаете, не просто услышать формулу, не услышать просто принцип. Ne vienkārši kaut ko dzirdēt, kaut kādu principu. А между слов, между строк услышать истину. Bet rindiņām sadzirdēt patiesību. Tur ir svētlaime. Откровение. Atklāsme. Понимание, познание. Izpratni, ka tu wow. Izproti. Почему плачущие, они блаженны? Kāpēc tie, kas raud, viņi ir svētlaimīgi? Кто-то плакал в жизни? Kāds ir raudājis dzīvē? Ты же сильно переживаешь блаженство?
когда плачешь. Tajā brīdī, kad tu raud, tu izjūti šo svētlaimi. Обычно от скорби, от печали плачет человек. Parasti no bēdām, no skumjām cilvēki raud. Но Христос говорит, блаженны, потому что придет момент, они утешатся. Bet Kristus saka, ka jūs esat svētlaimīgi, jo tad atnāks brīdis, kad jūs tiksiet iepriecināti. Есть время плакать, есть время смеяться. Un visam ir savs laiks, ir laiks raudāt, ir laiks smieties. Есть время сеять со слезами. Ir savs laiks sēt ar asarām. И есть время пожинать с радостью. Un ir laiks pļaut ar prieku. И мы понимаем. Un mēs to izprotam. Мы понимаем, потому что Христос говорит вам дано знать тайны. Un mēs to izprotam, jo Kristus saka, kad jums jūs varat zināt par Dieva valstības noslēpumiem. Для многих это просто история, притча. Bet citiem tas ir vienkārši stāsts, kāda līdzība. Bet jums ir iespēja zināt, izzināt. Дух Святой, jo Svētais Gars, Он научит нас и наставит на всякую. Viņš mūs māca un vada visā patiesībā. Viņš mums atklāja Jēzus līdzību. Amen. Amen. Блаженные кроткие, потому что они наследуют землю. Svētīgi lēmprātīgie, jo tie iemantos zemi. Блаженные те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. Svētīgi izslāpušie un izsalkušie pēc taisnības, jo tie Очень похоже с третьим стихом. Ļoti līdzīgs с трешем. Блаженные миросердные, потому что и к ним будет проявлено милосердие. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlstību. Здесь даже Христос подчеркивает, знаете, есть принцип бумеранга. Христос пасвитрон ir šāds бумеранга принцип. Кто понимает, о чём я говорю? Бумеранг. Kurš saprot, par ko es runāju? Знаете, бумеранг это есть такое изделие. Ir tāda манта. Когда ты бросаешь в любом направлении, он возвращается тебе прямо. Jebkurā virzienā viņš atgriežas pret tevi. Бумеранг. То. Бумерангс. То ты сеешь, то и пожнёшь. Tas, ko tu sēji, tu arī pļauj. Только в духовном значении. Tikai garīgajā nozīmē. Бумеранг Один и один раз может ударить. Бумерангs ir viens un vienu reizi var iesist. Но когда мы сеем, Bet tad, kad mēs sējam, когда мы даем, tad, kad mēs dodam, написано «дастся и вам», ir rakstīts, но уже не один к одному, а мерую, утрясенную, переполненную, то есть уже с добавкой хорошей. Un tiks dots nevis vienu reizi, bet ar pārpildītu mēru, ar svētītu mēru. Во сто крат. Un simtkārtīgi atmaksāsies. Два амен слышно. Divi амен. И Христос говорит, будьте милосерды. Un Kristus saka, esiet žēlsirdīgi. Будете чувствовать блаженны. Un tad jūs jutīsiet šo svētlaimi. Потому что вам будет оказано милосердие. Jo arī tad pret jums tiks izrādīt žēlstība. Блаженные чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Svētīgi sirds čīstie, jo tie Dievu redzēs. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот кто может увидеть Бога. Tad te var ieraudzīt Dievu. Чтобы видеть Бога. Un lai varētu ieraudzīt Dievu. Есть условия. Ir nosacījumi. Чистота сердца. Ka tev ir jābūt tīrai Знаешь, люди, sirdī. Простом доверии Богу. Vienkāršā paļāvībā uz Dievu. Они видят Бога. Tie, kas paļaujas Dievu, viņi redz Написано, Dievu. Ибо надобно, чтобы верующие, то есть, чтобы приходящие ко мне веровал, что Бог есть. Un ir rakstīts, jo tie, kas nāk pie manis. В определенной ситуации, обстоятельствах. Viņiem ir jātic, ka es esmu viņu situācijās. И что, те, которые ищут его, находят. Un tie, kas viņu meklē, atrod. Аллилуйя. Аллилуйя. Блаженные чистые сердцем, они Бога узрят. Святых сердцем. Апостол Павел говорит, что мы видим Творца через рассматривание творения. Un apostols Pāvils saka, ka mēs redzam radītājs ar to, ka mēs skatāmies uz radību. Не один раз я говорил этот пример о мальчике. Nevien reizi es stāstīju šo piemēru par puisēnu. Когда маленький мальчик говорит: "Мама, я хочу такие очки, как у деда." Kad puisīte saka: "Mamma, es gribu tādas brilles kā Опим. Она говорит: "Зачем тебе очки? У тебя такое замечательное зрение." Он так: "Прежде чем тебе брилось, тебе так бринчить рези." Говорит: "Ну я хочу видеть, как он видит." Ведь ты скрип рези, как винч рези. Так ты же хорошо видишь. Нет, он видит везде Бога. Ведь это чула бы рези. Он так: "Не, бе топис вису рад Диеву." Хочешь видеть везде Бога? Ты гриб рези от вису Диеву. Блажен чистое сердце. Святыг сердце чистое. Блаженные миротворцы. Потому что они будут названы детьми Божьими. Svētīgi miera nesē, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Не успеваем высвечивать, да? Аланушка, помоги, пожалуйста. Миротворцы, я хочу здесь поставить акцент. Miera nesē, es gribu uzlikt tādu akcentu. Существуют в данный момент некоторые миссии, миро, называют
peacekeeper, это мирохранители. Pasaulē ir visās tādas organizācijas, kas tā kā saglabā mieru. Какие точки конфликта? Viņi tiek sūtīti чтобы сдерживать мир. Vietām, kur ir konflikti, lai uzturētu мир, регулировать мир. Lai regulētu mieru. Апостолы говорят в посланиях, что мы должны хранить. Un apostoļi arī saka, ka mums ir jāglabā мир. Хранить мир, быть со всеми, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Un, ja no jūsu puses ir iespējams, esiet mierā ar visiem то cilvēkiem. Сохранять мир, хранить мир это замечательно. Tātad saglabāt mieru, tas ir brīnišķīgi. Но здесь указано чуть выше ступень. Bet šeit ir tāda augstākā pakāpe. Не просто мирохранители блаженны. Nevis vienkārši tie, kas sargā мир. Bet pagriezies pret kaimiņu, bet tie, kas mieru nes. В английском это peacemaker, что я вам сказал. Peacemaker. То есть делать мир, творить мир. Ka tu veido mieru, ka tu radi mieru. Это немножко другое, чем просто сохранить. Tas ir citādāk, kā vienkārši saglabāt mieru. Можем ничего не делать, чтобы сохранить мир. Var vienkārši neko nedarīt, lai saglabātu mieru. Ты не можешь ничего не сделать, чтобы сотворить мир. Bet tu nevari nedarīt neko, lai uzturētu mieru, lai radītu mieru. Какие-то шаги, чтобы решить конфликт. Tomēr ir vajadzīgi kaut kāds soļi, lai atrisinātu konfliktu un lai atnestu mieru. И Христос говорит, блаженны, творящие мир. Un Kristus par tādiem saka, svētīgi мир. А теперь пристегни ремень безопасности. Un tagad piesprādzēties. Послушайте еще два принципа блаженства. Un paklausieties vēl divus svētlaimes principus. Простого такого человеческого понимания. Jo tas izsit tādu mūsu cilvēcīgo izpratni. Блаженны те, кого преследуют за праведность. Потому что небесное царство принадлежит им. Блаженны вы, когда из-за меня, Христос говорит, люди оскорбляют, преследуют вас и говорят о вас всякую ложь. Блаженны вы. Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах, ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ka jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manas dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Звучит неплохо, правда? Skan neslikti. Когда преследуют, когда осмеют, когда оскорбляют. Kad vajā, kad apsmej. Высшая степень блаженства. Tāda augstākā svētlaimes pakāpe. Tu vienkārši esi aizlidojis. Nu, кто-то понимает, о чём здесь сказано. Par ko šeit runā? Я не знаю, как это передать, друзья. Es nezinu, kā to izteikt. Ну, я часть пережил прямого преследования режима атеистического. Bet es esmu piedzīvojis šo ateistisko režīmu, kad vajāja. И знаете, когда мы выходили там свидетельствовали, пели на площади или Tada razgaņāla milicija. Kad mēs gājām ielās liecināt un dziedāt, tad policija vienkārši visus padzina. Это было противозаконно. Tas bija pretlikumīgi. Песники, которые мы пели, забирали. Dziesmu grāmatas ņēma nost. Bībeles. Там новые заветы отбирали. Это все считалось антисоветская литература. В школе вытягивали тебя с толпы перед всей школой. To varēja vienkārši skolā izvilkt visu skolas priekšā. Всех нас, христиан, которые были верующие. Visi, kas bija kristieši. И высмеивали. Он вообще обсмеивал. Говорили, это тормоза общества. Что это с обществом бремзес. Мы верим, что последний, мы услышим имя последнего христианина. Мы содзирдаем последнего христианина вааду. И тогда придет наше светлое будущее. Он тогда отнакс мусу вот это вот тормоза, которые тормозят. Шиет наше общество. Бремзес, кас бремзе мусу собедрибс. И вы знаете, когда ты входил в такие моменты, осмешки, преследование. Un tā, kad tu ieji tādā momentā, kad tevi apsmēj, kad tevi vajā. Когда вызывает меня в училище учитель по атеизму, какой был предмет. Kad skolotājs mums bija tāda mācība priekšmets ateizmas. Tā bija vienkārši tāda ņirgošanās. Tēma nas takaja byla, k doske idet Zalūtskij. Tāda tēma tāda pie tāfeles iet Zalūtskijs. Я выходил. Un es gāju priekšā. И знаете, я по книжке как говорится, на зубец. Es pēc grāmatas visu varēju perfekti norunāt. Изучал, что мне давалось нелегко.
Man tas nebija viegli. Стихи заучивать мне нелегко давалось. Man bija grūti iemācīties dzejoļus. И я выучивал и вот так отстрочил, знаете. Bet es mācījos visu, тему. Vienkārši visu noskaitīju, visu тему. Там разные темы были подряд. Dažādas tēmas bija. В религиях и прочих. Par reliģijām un tā tālāk. И он выслушал всё, кажется. Мне казалось, пятёрочка заслуженная. Viņš visu noklausījās, man likās, nu piecinieki ieliks. А он говорит: "А ты ещё веришь Богу?" Viņš saka, tu vēl tici Dievam? Я говорю, да. Я саку, я. Тогда садись. По атеизму ты же не можешь пятерку получить, если ты веришь в Бога. Ну, тогда садись. Ты же не можешь пятерку добыть по шея прикшмета, если ты веришь в Бога. Учи, не учи. Садись два. Меня из-за этого и чуть просто со справкой не выпустили. Но милость как-то явилась от директора и руководителя группы. Даль та, ман гадрис бей слегт адзим излажоties, бет бей жалстип но директор пус. Уговорили его на тройку натянул. Пьерунай, ка висмас тринек ман ялека. Но это не по... Ну, почему я это все говорю? Капец из той сталосту. Но когда ты потом приходишь домой, молишься, размышляешь. Бет так, как ту эй маяс, лудс пардома. Какое-то чувство внутри вот этого блаженства. Иекша томар и ши светлайм сайюта. Как это внутри радость наполняло. Kaut kā priecīgi iekšēnē palika. Tu te tam policija razagnāla. Ka policija tā tevi aizdzina. Ka tu na sūtki, na troja v KPZ sadēli. Ka tā kā brīdināja, ka uz divām, trīs dienām ieliks tevi cietumā. Za to, što ti svidētisul, gavarīl ob Jēsūse, piel ob Jēsūse. Kāpēc tikai tāpēc, ka tu liecināji par Kristu, dziedāji par Kristu? I ti pereživāl. Un tu piedzīvi. И когда ты понимаешь, о чём речь идёт? Un tā, ka tu saproti, par ko iet runa. Ты можешь, когда читаешь апостола Павла послание. Так это лас апостоль Павла вестимс. Это для меня как знаете, как награда. Тот прикшман стаби када ка тада алга. Он считал высшим награду, когда он страдал за Иисус. Tas bija tāds augstākais gods, ka viņš cieta Kristus dēļ. И он говорит: "Радуйтесь, веселитесь, потому что так гнали пророку бывших". Un te ir, ja es saku, esiet priecīgi un līksmi, jo tā arī vajāja praviešus. В другом месте не в Нагорной проповеди Иисус говорил: ученик не выше учителя. Citā vietā Kristus teica, kad mācekļi nav augstāki par skolotāju. Меня гнали, и вас гнать будут. Mani vajāja un jūs vajās. Это принципы Царствия Божьего. Ir debes valstībā savi principi. У дьявола и у духа мира. Jo vēlnam un šai pasaules garam. К принципам Царствия Божьего. Viņam nebūs simpātijas pret Dieva valstības principiem. Вызывает противление. Tas vienmēr tādu pretestību. И пока еще дана власть, какая-то мера власти, дьяволу на земле. Un kamēr vēlnam ir šī kaut kāda daļēja vara šeit virs zemes. И мы, он говорит, посылаю вас как овец среди волков. Un viņš saka, es jūs sūtu kā avis vilku starpā. Это не полный релакс. Tas nav tāds vienkārši pilnīgs relaks, atslābinājums. Понимаете, о чём я говорю? Нам надо бодрствовать. Bet mums ir jābūt nomodā. Потому что враг, jo ienaidnieks, наши души, mūsu prēsa ienaidnieks. Он рычит. Viņš rūc un viņš cenšas ища, кого поглотить. Atrast, ko varētu aprīt. Но так и апостолы, пророки, которые жили прежде нас, они также переживали. Bet tāpat arī apostoļi un pravieši, kas dzīvo pirms mums, viņi arī izdzīvo šīs lietas. Понимаем вот это вот принципы блаженства. Mums ir jāsaprot šīs svētlaimes principus. И это поможет нам двигаться дальше. Un tas palīdzēs mums iet uz priekšu. Вы соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна. Останется лишь просто выбросить ее вон под ноги людям. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nedarīgi, ar ko tad sālīs? Tā nedar vairs nekam, kā vien ārā izmetam un ļaudīm saminam. Вы свет мира, город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. Зажженный светильник не ставят под сосуд, наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Svets iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā, tāpat lai jūsu gaisma. Aleluja, vidīt, lampuški ir nespratani. Lampiņas nav noslēptas. Ani stāvēts virkū. Lai būtu gaiši, tās tiek liktas augstāk. Kāpēc? Чуть не звездное небо, столько фонарей здесь. Mums ir gan rīz kā zvaigžņotas debes, cik daudz lukturi. Lai būtu gaiši. И так нас Христос говорит: вы эти светильники, поставленные на видимом месте. Tāpat arī Kristus saka par mums, ka jūs esat šie spīdekļi, kas tiek nolikti redzamā vietā. Ну, не в нашем, конечно, случае здесь мы чуть ниже, чем
Rāslaukums. Varbūt ne mūsu gadījumā šeit, jo mēs esam čem? Nedaudz zemākā, piemēram, Rāslaukums, vai kur Aivars dzīvo. Ona, Māsa Ona nedaudz augstākā līmenī dzīvo, kā draudz atrodas. Nam nenada zdaniem praslavļāt. Bet mums nevajag ar ēku ne pagodināt. Zdanie cerkvi praslavļājāt Boga. Nevis ēka pagodina Kristu. Ne, ano svietit. Nevis ēka nes gaismu. Хотя наше здание, оно очень на видимом месте. Kaut gan mūsu ēka ir arī redzamā vietā. И там текст, который у нас на здании. Un arī tas teksts, kas ir uz ēkas. To, tas ir redzams citiem. Улица сейчас очень востребована, такая активная. Šī iela ir diezgan tāda pieprasīta, aktīva pēc remonta. И она светит. Un tā spīd. Мы светим. Un mēs spīdam. Kristus говорит, да пусть светит ваш свет людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего Отца Небесного. Tāpat, lai jūsu gaismas spīd ļaužu priekšā, ka tie ieraug jūs labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. И к этому стиху мы вернемся чуть позже. Un pie šī panta mēs atgriezīsimies vēlāk. Дальше Христос говорит, не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Я пришел, чтобы исполнить, а не отменить. Говорю вам истину, пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна черточка из, не исчезнет из закона, все сбудется. То нарушит даже самую маленькую заповедь и научит других нарушать ее, тот в небесном царстве будет наименьшим. А кто исполнит заповеди и научит этому людей, будет велик в царстве небесном. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, tie, kams debes un zeme zudīs, nezudīs neviena nevis mazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības, iekams viss notiek. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā. Bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka, par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Говорю вам, если ваша праведность не превзойдёт праведности фарисеев и учителей, которые учат закон, вы не войдёте в царствие Божие, царство небесное. 20-й уже прочитал. И вот посмотрите в этом контексте. Шая контекста. Христос подчёркивает, что он не пришёл перечеркнуть ветхий закон. Un Kristus šeit pasvītro, ka viņš nav nācis pārkāpt veco bauslību. Bet viņš ir nācis, lai mums palīdzētu piepildīt. И он дальше расшифровывает. Un viņš tālāk atšifrē. Вы знаете, что людям еще в древности, то есть в законе, было сказано, не убивай, и что каждый убийца будет судим. А я же говорю вам, что если человек затаил злобу на брата, он будет судим. То назовет своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед высшим советом. А того, кто обзовет своего брата глупцом, ждет огонь ада. Jūs esat dzirdējuši, kā vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saku uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, bet, kas saka bezdievs, tas sodāms Elis ugunī. Смотрите, в законе сказано не убивай. Если человек был убит и были свидетели. Tātad likumā tika teikts nenogalini, un ja cilvēks nogalināja un bija liecinieki. Тогда ты стоишь, человек представлял перед законом, судил, его судили. Tad cilvēks stājās tiesas priekšā, viņu tiesāja. Смотрите, кажется, Христос пришёл помочь. Un Kristus it kā nāca palīdzēt? Исполнить. Piepildīt šo bauslību. Но на первый взгляд, кажется, он пришёл усложнить. Bet liekas, ja mēs tā skatāmies, kad viņš ir nācis padarīt to sarežģītāku. И говорит, Бог не смотрит на лицо человека. Viņš saka, ka cilvēks, Dievs neuzlūko cilvēku vaigu, bet uz sirdi. Отношение. Uz attieksmi. Вот есть внешняя часть, если ты не убил, ir ārējā daļa, tu neesi nogalinājis. Ты не убийца. По закону. Пец бауслибс. А по новому закону. Bet pēc jaunā если ты уже затаил злобу, ja tu savā sirdī jau esi ļauna nodomājis. Другом месте написано, ты уже человек убийца. Tad tu jau esi cilvēks slepkava. Представьте себе. Iedomājieties. И мы видим, как глубже и глубже Иисус копает здесь. Cik ļoti dziļāk un dziļāk Jēzus to обзовёт невежеством там рака или безумным. Apsaukā kādu brāli par muļķi. Глупцом.
Par bezdievi, muļķi. Того, где она огненная. Tas jau degs ēlas ugunīs. Тот принадлежит Синдриону. Tas tiks notiesāts. Поэтому, если ты принесешь дар Богу свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале примирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāru un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj tur pat altāru priekšā savu dāvanu, noej un izlīgst priekšā ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Представьте себе, Иисус стоит вот на возвышении и с властью, как власть имеющий, он говорит эти принципы. Iedomājieties, ja es stāv uz kalnu, viņš kā, viņam ir vara, un viņš sludina šos principus. И там много есть разных представителей. Un tur ir tik daudz pārstāvji. И там были и садукеи, там и были фарисеи. Un tur bija gan садукеи, gan фарисеи, gan rakstumācītāji. Если дальше мы читаем. Un ja tālāk lasam. Там в одной главе, по-моему, 13 раз он просто говорит: «Берегитесь». Вот этих вот фарисеев, берегитесь. Когда цита вета, он, мне кажется, 13 раз так саргайтесь но фарисеям, но лекулям. Они внешне выполняют букву. Они аре испилда бурту. А внутри сухие пустые. Bet iekšēnē ir sausi un tukši. И он говорит, если ваша праведность, она не превзойдет это. Un viņš saka, ja jūsu taisnība nebūs pārāka. Bog stavēt akcentu na sierce. Tātad Dievs viņš akcentu uz sirdi, pārbaud savu sirdi. Если ну чисто увидишь Бога. Ja viņš, ja tava sirds ir tīra, на ближнего, tu ieraudzīs Dievu, ja tur nav ļaunums pret tuvāko, приноси, да. Я помню, nes savu dāvanu. Слава, началось прославление. Es atceros vienreiz, slava, kad sākās slavēšana, pazuda kaut kur. Через какое-то время приходит, я говорю, что случилось? Pēc laika atnāk, saka, kas notic? А я вспомнил, говорит, там, надо было развязать одну эту. Es atcerējos, ko vajadzēja atrisināt vienu situāciju. Vajadzēja piezvanīt, izlīdzināties. И дальше тогда прославлять Бога. Un tālāk slavēt Dievu, nest pielūgsmas upuri. Я вспомнил, вот эту по писанию. Un es teicu, tas ir pēc rakstiem. Мы можем поднимать руки. Mēs varam celt rokas. Мы можем на колени склоняться. Mēs arī varam uz ceļiem nomesties. Мы можем красиво и громко петь. Mēs varam skaļi dziedāt, skaisti. Бог говорит, проверь свое сердце. Bet Dievs saka, pārbaud savu sirdi. Моя жертва будет принята. Твоя жертва будет принята. Tavs upurs tiks pieņemts. Если в твоем сердце. Ja tavā sirdī. Есть чистота. Ir tīrība. Нету злобы. Nav ļaunums. Нету ненависти. Nav naida. Аллилуйя. Бог говорит глубже. Dievs skatās iekšienē dziļāk. Paterapis pamirīts. Un pasteidzies su своим обвинителем ещё по дороге до того, как он приведёт тебя в суд. Иначе тебя предадут судье, и он отдаст тебя под стражу, и тебя заключат в темницу. Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь всё до последнего цента. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, kā pretinieks tevi nenodot soģim un soģis tevi nenodot sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neizies, kamēr nenomaksās pēdējo artavu. Вы слышали, что было сказано, не нарушай супружескую верность. Я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность в своем сердце. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs laulība pārkāpt, bet es jums saku, ka viens, kas uzskata sievu to iekaro, uzskata sievu to iekarodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpts savā sirdī. Es domāju, tas nāc tā kā ženšanam. To var attiecināt arī pret sievietēm un vīriešiem. Mužinam, ženšanam. Smatrīte. Skatieties. Neprilubuģējstvi. Nepārkāp laulību. И в законе ветхом. Un vecajā derībā, если bauslībā, не было совершено полового акта, ja nebija šis dzimuma akts, за пределами брака, aiz laulības sliekšņa, и при этом у тебя не было свидетелей, un nebija arī liecinieku, ты не был прелюбодеем, un tad tu nebija laulības pārkāpējs. А сейчас, bet tagad, вот как упростил Иисус, Jēzus visu padarīja vienkāršāk. Даже если ты помыслил в сердце свое, Pat ja tu vienkārši savā sirdī prātā esi uzlūkojis vožģelēņiem. Uz kādu ar šo kārību ti uže pat narūši. Tu jau esi lauzis pārkāpis laulību. Uprošķino, da? Ļoti vienkāršot. Ļoti vienkāršot veco darību. Jēzus ir nācis palīdzēt piepildīt. Это только звучит как парадокс. Tas skan kā paradoks. А на самом деле Христос чистит внутри сердца, потому что из сердца источник жизни.
Bet patiesībā Kristus tīra no iekšienes, no sirds, jo no sirds pārpilnības, no tavas sirds. Больше всего храним охрани своё сердце. Tāpēc ir rakstīts: pāri visam, kas jāsargā, sargā savu sirdi. И если твой правый глаз или левый влечёт тебя к греху, вырви его и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. И если твоя правая рука влечёт тебя или левая к греху, то отсеки её и отбрось. Лучше тебе потерять часть тела, чем всё тело пойдёт в ад. Bet ja tava labā acs tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom, jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa to piemest ellē. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocer to un met prom, jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā visa tava miesa nāk ellē. Я больше уверен, что здесь есть люди, которые переживали, когда вот эту борьбу. Es domāju, ka šeit ir cilvēki, kas ir izdzīvoju šo cīņu. Но не вижу множество коллег здесь. Bet es neredzu daudz tādus cilvēkus bez acīm, bez rokām, bez pāris. Я понимаю, что мы понимаем, что Иисус имел в виду эту образно. Un tāpēc es saprotu, ka jūs arī saprotat, kad Jēzus to runāja līdzībā. И вообще Христос сказал, если ты не умрёшь, то не потеряешь душу свою ради меня. Ты не приобретёшь жизнь. Un vispār Kristus ir teicis, ja tu nepazaudēsi savu dvēseli, savu dzīvību manis dēļ, tad tu neiemantos dzīvību. Да? Парадокс. Но хочу сразу сказать вперёд. Bet es gribu arī pateikt priekšā. Что в Новом Завете? Ka jaunajā derībā. В отличие от старого. Ответ был. Tā kā atšķirībā no vecās derības. Дана благодать Духа Святого. Mums ir dots svētā gara žēlstība. Которая является сверхъестественной силой Божьей. Kas ir kā pārdabisks Dieva spēks. Для работы внутри сердца. Kas strādā mūsu sirdī, в нашем характере. Kas strādā mūsu raksturā. И это для нас большая привилегия. Un tā ir liela привилегия. То, что в Ветхом Завете отсутствовал Дух Святой на земле. Tas, ka vecajā derībā nebija svētais gars virs zemes. Богобоязных людей. Vienalga, mēs redzam Ной был благочестивый человек. Иов был благочестивый человек. Иебс бы Дио би. Иосиф был человек с иным духом. Иазапам бы цits gars. Иешуа. Навин. Йозуа. Тоже в нем был иной дух. Viņam arī bija cits gars. Это были сильные люди. Те бы спесивы Но нам Писание говорит, и мы понимаем, что нам без Духа Святого, без Божьей благодати. Un raksti mums saka, mēs to saprotam, ka mums bez Dieva gara spēka. Послушай, нам несложно исполнить заповеди Его, исполнить Его волю. Mums bez tā nav grūti piepildīt viņa gribu. Не viņa сложно, а просто невозможно. Ne vienkārši nav grūti, bet ir neiespējami. Своими силами мы не сможем. Ar saviem spēkiem mēs nespējam. Своими силами мы можем отречь и руки, и ноги, и глаза повыкалывать. Ar saviem spēkiem mēs varam nocirst gan rokas, gan acis un acis izdurt, bet sirdī tik un tā turpināt grēkot un cīnīties. Amen. Но слава Богу за Дух Святой, слава Богу за благодать Его. Bet paldies Dievam par svēto garu, par viņa žēlstību. Скажи, его благодати достаточно. Pasaki savam kaimiņam, ka viņa žēlstība ir pietiekoša tev. Достаточно. Vairāk kā pietiekoša tev. Вам было сказано, кто разводится с женой, тот должен выдать ей разводное письмо, это в Ветхом Завете. А я говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, не по причине ее измены, толкает ее к нарушению супружеской верности. И всякий, кто женится на разведенной женщине, также нарушает супружескую верность. Ir arī sacīts, kas no savas sievas šķirās, tas lai dod viņai šķiršanās rakstu. Bet es jums saku, ka viens, kas no savas sievas šķirās, izņemot netiklības gadījumu, tas viņu spiež laulību pārkāpt. Ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpt laulību. Мне кажется, что христиане последнего времени пэдэ лай кристиеш по-другому читают Евангелие. Citādā klasa evaņģēliju. Сегодня, взять даже 30 лет назад, ja когда я был пацаном. Я es pat atskatos, kad 30 gadus atpakaļ, kad es biju jauns. Церкви, которая у нас в церкви, ну, где я родился, там было где-то 150 человек. Draudzē, kur es piedzimu, tur bija kaut 150 cilvēki. Ну, может, один какой-то развод был, потому что муж покаялся или жена покаялся, и вот так получилось. То вторая половина не захотели и разошлись. Tur varbūt kāda исключение было. Kāda viena šķiršanās bija, tāpēc kad viens nožēloja grēkus, otrs negribēja, tas bija vairāk kā tāds izņēmums. Сегодня. Bet mūsdienās. Даже среди служителей сколько развод.
Pat starp kalpotājiem, cik daudz šķiršanās. Pastorov, starp mācītājiem. Продолжаю дальше служить и учить и учить семьи как не разводиться. Un turpina kalpot un sludināt un mācīt citas ģimenes laulības, kā nešķirties. Христос говорит одно исключение, если есть измена, тогда это как исключение или повод для развода. Bet Kristus te min tikai vienu šo gadījumu, izņemot netiklības gadījumu. Помоги нам, Господь. Palīdz mums, Dievs. Вы слышали, что еще в древности людям было сказано, не нарушай свои клятвы и выполняй все, в чем вы поклялись Господу. Я же говорю вам, не клянитесь вовсе. Не клянитесь ни небо, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие его, ни Иерусалимом, потому что это город великого царя. Не клянись своей головой, потому что сам ты даже одного волоска не можешь сделать белым или черным. Jūs vēl esat dzirdējuši, ka vecajiem sacīts, tev nebūs nepatiesi zvērēt, bet tam kungam turēt, ko tu esi zvērēdam solījis. Bet es jums saku, jums pavisam nebūs zvērēt. Ne pie debesīm, jo tās ir Dieva goda krēslas, nec pie zemes, jo tā ir viņu kāju pamaslas, nec pie Jeruzalmas, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Tev arī nebūs zvērēt pie savas galvas, jo tu nespēji padarīt nevienu vienīgu matu, ne baltu, ne melnu. Mārīt, viņa tas jau gada? Mārīt, no šodien. Она может сделать. Viņa spēj. Черный волос белым, белый черным. Padarīt matus baltus vai melnus. С помощью краски. Можно. Krāsas palīdzību var. А вот сделать без помощи краски. Bet bez krāsas palīdzības. Некоторые так боятся, знаете, вот этого цвета волос. Citi tik ļoti baidās šo matu krāsu. Не осталось, Рита, позавчера или вчера. Man pat vairs īsti nepalika rīkoties. Man nogriez matus un skatos visus pelēkus apkārt. Saka, ka sirmi mati tā ir rota. Citiem sirmi mati ir 25 gados. Это не очень, говорят, хорошо. Ну, это не в наших силах. Runā, ka tas nav īsti labi, bet tas jau nav mūsu spēkos. Пусть ваше «да» будет действительно «да», и ваше «нет» действительно «нет». Все же, что к этому добавлено от лукавого. Bet jūsu vārdi, lai ir «jā, jā», «nē, nē», kas pāri par to, tas ir no ļauna. Скажите мне со мной «да, да». Sakiet ar mani «jā, jā». «Нет, нет». «Nē, nē». А видите, а вот это вот, не знаю. Bet белое, тац, да не белое, зину, черное, балко, да не черное. Зину, мас, ну, вот эти компромиссные, вот эти вот моменты. Тады компромисс, ты можешь моменты. Сделать? Ну, не знаю, постараюсь. Тварь изрит, ну, не знаю, так мужик сказал, сделай, значит, сделать. Не надо каждых полгода ему напоминать. Вирес, ты штец, ка издарись, издарись. Не вай, ка ты спусгадь, садгадь над про то. И так часто. Он тик бежит. Мы связываем себя. Лучше сказать, нет, не могу. Sasaistam sevi. Labāk pateikt, nē, es nevaru. Да, piedot. Не знаю, когда, но да. Ну, nezinu, kad. Вот есть люди, которые, не могут сказать нет. Ir cilvēki, kas nespēj pateikt nē. И сами в суете, и вызывают в других суету. Paši raizēs un citos izraisa raizes. У тебя точно так же право есть на нет, как на да. Tev ir tieši tāds paši tiesības pateikt nē, tāpat kā jā. А вот все вот это от лукавого. Bet vispārējais ir no ļaunā. Вы слышали, что было сказано в Ветхом Завете? Глаз за глаз, а зуб за зуб. Я же говорю вам, не мсти сделанному тебе зло. Кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к нему и другую. Если же кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. Если кто принудит тебя идти с ним одно поприще, одну милю, иди с ним две. Тому же, кто у тебя просит, дай и не прос... И у просящего тебя в долг не отворачивайся. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu, bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunajiem, bet kas tevi sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru, un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavu svārkus, tam atdot arī apmetni, un kas tevi spiež, iet vienu jūdzi, ar to paeid divas, dot tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Знаете, мы можем так духовно сказать, да, супер, классно. Mēs tā garīgi varam pateikt, jā, forši. Но внутри здесь парадоксы, которые нам, увы, не понять. Bet šeit iekšēnē ir aprakstīts tāds paradoks, ko mēs nevaram izprast. И не хочется применить в практической жизни. Un pat arī negribas pielietot praktiskā dzīvē. Что мы должны быть мудры. Mēs gribam pateikt, ka mums jābūt arī gudriem. Если человек делает это
от недоумения, то, что он живет в грехе, в мире. Ja cilvēks dara to neapzināt, viņš dzīvo grēkā pasaulē. Tu esi mērā. Ir mērs. Esi mērā. Ir mērs. Это я понимаю. Es to tā saku. Когда человек просто издевается над тобой. Kad cilvēks vienkārši ņirgājas par tevi. И показывает, а, там написано. Un rāda. Если ударю тебя под правую, подставь левую. Taču iesi tu pa labo, pagriez kreiso. Если он знает это. Ja viņš to и zina, этим просто издевается, искушает, то я дам ему тоже по правой. Un viņš vienkārši ar to ņirgājas par tevi. Или по левой. Tad es iedošu viņam arī pa labo vai kreiso. Я в детстве это испытал. Es bērnībā to izbaudīju. Jaunaklībā. Я жил тоже в среде, я на Украине родился. Украина, es piedzimu. У нас было в группе нашей несколько детей военных. Un mūsu tādā bariņā bija daži bērni, kam vecāki их, ir... Kacapami называли. Kas, мы их кацапами называли. Viņi, mēs saucām viņus par... Сейчас москали. Kacapiem. Тогда были кацапы. Я, знаете, один так, зануда такой. Короткий. Viens tāds īs kaut kāds rezgalis. Аштунда, а ну правую, левую, а ну давай. Viņš saka, вот ну погрез вот. Labo, крейсо. Ну я сам был второй с конца по росту. Es pats biju tāds īs. Сейчас чуть-чуть такой мужнее, я. Tagad tāds lielāks. А в юношестве я был такой... Так я был яунек. Невысокого роста. Es можно даже сказать, маленького роста. Biju tāds īs auguma. Давидик такой. Tāds maz Davids. И знаете, отец, все остальные там... Штунда, это сектант, да? Штунда это сектант. Насмешка была в своем роде. Апсалкает тогда вейда. И я терпел. Он ицетос. То пинкадас, то ударит. Тогда он мне какой-то пендель едос, тогда пляуки, если я читаю это место писания, читаю и думаю. Наслаши шо ракствует, ваше шо ракствует. Что это значит? Сок, где скотс нозиме? Однако мне пришло, если это издевательство над Словом Божьим, сознательно. Un tad man atnāca, ja tā ir tāda apzināta ņirgāšanās par Dievu vārdu. Man prišlo pabuždienie, domāju, šo at Duha Svētā. Man atnāca tāds pamudinājums, es domāju, ka no Svētā Gara. Un dal mne takuju silu. Viņš deva man tādu spēku. Я не скажу, я исполнился Духом Святым. Es neteikšu, ka es biju piepildījies tajā brīdī ar Svētā Gara. Я почувствовал какой-то прилив такой. Bet es saju tādu spēku. Samson. Спасибо. Par Samson kļuvu. Я как начал его лупасить. Он я как саку меня даузит. Я как начал его мочить. Es по-настоящему. Саку та поистам меня сись. Если бы тогда было вот это вот, то в ТикТок поставить было бы что. Я кадры, я тая лайка, говорят, но фильм это ТикТока ели. А эти все знаете, его сторонники все. Он весь паре, ведь бедрот. О, что да, молодец, ну что, ес. Молодцы, что он. И помню, после этого раза. Он я сатрос пред стабри. Никто из них. На венц но винем. Пальцем не тронул больше. Варс мен не пескарас. Никто не сказал на меня штунда больше. Vairs neviens man neapsaugāja par sektantu un neņirgājās. Eura, slāvā tebie, Gospodži. Es teicu, paldies tev, Dievs. Ты победил. Tu esi uzvarējis. Конечно, здесь глубокий принцип, друзья. Protams, šeit ir ļoti dziļš princips. И следующие, заключительные стихи на пятой главе. Un nākamie noslēdzošie panti pirmajā nodaļā. Я не сужу никого. Protams, es nevienu netiesāju. Но когда приходит на практике. Bet tad, kad es atnāku, praksē. Каждый за себя даёт отчёт. Katrs atbild par sevi. Пока наш дружественный народ Украина. Kamēr mums пришла вот этот конфликт, эта война. Kamēr nesākās šis karš Ukrainā. Мы проповедовали и там проповедовали вот эту Нагорную проповедь и в этом контексте. Mēs tur sludinājām, šeit sludinājām šo svētru. Но когда пришёл реально практический момент. Bet tad, kad atnāca šis reālais praktiskais moments. Люди увидели ненависть. Kad ir увидели вражду. Kad cilvēki ieraudzīja šo naidu. Kad sastapās ar to aci pret aci. Пришла переоценка и даже поменялись доктрины. Tad notika šī pārvērtēšanās un kādam pat mainījās doktrīnas. Pus Господь поможет нам. Каждый имеет Дух Святой и Учителя. Lai katrs, lai Svētais Gars palīdz katram no mums. Которым мы дадим отчёт. Un Dievu priekšā mēs katrs Смотрите, что он atbild. Говорит. Вы слышали, что было сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Вот Ветхий Завет. Tātad vecā darība mīli savu tuvāko un ienīst ienaidnieku. Если кто-то расстегнул ремень безопасности, затяните его. Ja kāds atsprādzē drošības jostas, tad iesprādzēt atkal. Выбивать кое-что. Tūlīt kaut ko sitīt ārā. Нас из равновесия. Я же вам говорю Новый Завет. Любите врагов ваших. И молитесь о тех, кто преследует вас,
чтобы вам быть истинными сынами вашего небесного Отца. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым, и посылает дождь как на праведных, так и на неправедных. Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делает ли то же самое даже сборщики налогов, мытари? Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают то же? Поэтому будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem Dievu, kas jūs vajā, ka jūs topat savu debesu Tēva bērni, jo viņš liek saulē, savai saulē uzlikt par ļauniem un labiem un liek lietu un līt par taisniem un netaisniem, jo ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas, vai muitnieki nedara tāpat, un kad jūs sveicinat tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darat, vai muitnieki nedara tāpat, tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debes tāvs ir pilnīgs. Kas tā ko ir vrāk? Kas ir ienaidnieks? Vrāk, vorok, ukraiņskā, da, vorok, da, vorok, pratīvnik, pretinieks, niedruk, neprijātļi. Viņš ir, nav tavs draugs, nelabēlis. Iz, kā protipoložno pozначеņu, drug, sajūznik. Un pretējā nozīme draugs sabiedrotais. И вот Христос говорит Un Kristus в Новом Завете, jaunajā darībā, любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас. Ienaidniekus, lūdziet par тем, Я kas знаю, jūs vajā. Это время очень сложно некоторым сопоставить. Un шайā laikā citiem ir ļoti grūti. Я слышал обращение одного из епископов с Украины. Es redzēju vienu runu no Ukrainas bīskaps viens. Обращено к другим пастырям, ну, адрес российских пастыров. Viņš vērsās pret Krievijas mācītājiem. Не учите нас, как любить, когда твоих, твою жену или твою дочь изнасилуют, твои детей убивают, разрушают твой дом. Конечно, нам трудно это понять. Un viņš saka, nemāciet mūs, kā mīlēt ienaidnieks tajā laikā, kad tavu sievu izvaro un bērnus nogalina. Но Христос говорит любить. Un to varbūt mums ir grūti saprast, bet Kristus saka mīlēt un lūdziet par tādiem. Reakcija. Если бы это пришло в мою семью, я не знаю. Es nezinu, kā es pats rēģētu, ja tas ienāktu manā namā. Чтобы благодать его было больше, чем достаточно. Lai viņa žēlstība ir vairāk kā pietiekoša. Lai mēs būtu spējīgi. Потому что эти люди, они обманут. Jo šie cilvēki, viņi ir pievilti. Они исполняют чью-то команду. Они исполняют живут в мире, в духе мира. Viņi dzīvo šīs pasaules Имеется в виду мира, gara, не покоя, а мира. Šīs pasaules garā, viņa gara ietekmē viņa dzīvo. И возможно, то, что апостол Павел говорит, то сделай тебе зло, сделай добро. Как? Un to, ko apostols Pāvils saka, kas tev izdarīja ļaunu, izdarīja viņam labu, kā? А таким образом ты возлагаешь горящие уголья ему на голову. Jo tādā veidā tu krai degošas ogles viņam uz galvas. Нас был вражеский случай в церкви чуть больше, как 5 лет назад. Mums bija tāds... 7 лет. Notikums draudzē, slikts notikums 7 gadus atpakaļ. Mošenничество в церкви. Mums bija tāds noziegums draudzē. Финансовое. Кто-то помнит это? Kāds atcerās par finansēm saistīts? Первая реакция человеческая. Un, ziniet, вызывай полицию. Cilvēcīgā reakcija sauc policiju. Я ходил к адвокату, я ходил к прокурору. Es gāju pie advokāta, pie prokurora. Я встречался с компанией Bitte, там вся управление и их юристы. Es tikos ar kompāniju Bitte, ar viņu valdi. Говорит, ты должен дать их в суд. Un viņi saka, tev ir jātiesā 100% viņus. 100% на твоей стороне. Tiesa ir tavā pusē. Я подошел к нашим братьям в Борде. Bet es piegāju pie mūsu brāļiem. Что будем делать? Padomē, ko mēs darīsim? А мы будем исполнять писание. Mēs pildīsim rakstus. Как? Так это же афера. Kā? Tāds ir afēra. Это человеческое наше восприятие. Mūsu cilvēcīgā izpratne. Но вы знаете? Bet ziniet? Мы приняли решение. Mēs pieņēmām šo lēmumu. Взять на себя ответственность. Pieņemt uz sevi šo atbildību. Они не просили прощения. Viņi pat neprasīja piedošanu, bet Потом mēs piedevām. Pēc laika paprasīja piedošanu. Покаяться. Мы давам iespēju nožēlot. Мы сказали, мы не будем за себя мстить. Viņi to noraidīja, bet mēs teicām, в руки Божьи. Ka mēs paši а мы netiesāsim. Мы to отдадим Dievam. Ситуацию с Божьей помощью все устроится. Mēs paņemam šo situāciju un ar Dieva palīdzību viss sakārtosies. И мы решили, мы покрыли благодаря нашим друзьям, партнерам, церкви, которые жертвовали дополнительно помимо десятины. Un mēs izgājām cauri un apklājām visu šīs vajadzības, pateicoties draugiem, partneriem, draudzei. Эта фюра была примерно 45-50 тысяч евро.
zaudējums bija apmēram 45-50 tūkstoši. Iedomājieties, no, prastīli, bet mēs piedevām. Im dobra, чтобы они покаялись и отношения, но они пренебрегли. Un mēs vēlējām labu un devām iespēju nožēlot, bet viņi to neizmantoja. Семья, здоровье, все рассыпалось. Un ģimene izjuka un veselība izjuka. Потому что не было желания. Но с нашей стороны мы получили благословение. Bet no mūsu puses mēs saņēmām svētību. Мы научились через эту ситуацию доверять Богу. Mēs iemācījāmies to šo ситуацию uzticēties Dievam. И мы шире смотрим на возможности. Mēs redzam plašāk. Мы больше доверять начали Богу. Mēs vairāk sākām uzticēties Dievam. Несколько десятков тысяч. Nekā vairāk uzticēties, nekā šie vairāk. Так часто мы поём, что зло Бог превращает в добро. Jo tik bieži Dievs šo ļauno pārvērš par labu. Liekas, kāds ir iespējams? Как это возможно? Kāds ir iespējams? Но возможно. Bet ir iespējams. Но возможно. Bet ir iespējams. Знаете, я прочитал третьей главы, мне заняло 15 минут. Es izlasīju šo nodaļu, man aizņēma 15 minūtes. Я думаю, как раз с комментариями и с какими-то размышлениями как раз будет проповедь. Но мы только одну главу прошли. Mēs izgājām tikai vienu nodaļu. Так что я не буду дальше идти. Es tālāk neiešu. Если пастор пригласит еще, я продолжу в следующий раз. Ja mācītājs uzaicinās vēlreiz, turpināšu nākamreiz. Apostol Pāvils говорит, еще мне много есть чего сказать вам, но вы не в состоянии принять. Apostols Pāvils saka, man vēl ir tik daudz, ko jums teikt, bet jūs neesat spējīgi uztvert, pieņemt. И не думаю, что, знаете, очень помазана проповедь, если она будет 2,5 часа. Вот это была проповедь. Un es domāju, ka ļoti svaidītai svēturnai nav jābūt tur 2,5 stundas. Я думаю, что мы должно у нас быть разумное служение. Es domāju, ka mums ir jābūt tādai saprātīgai kalpošanai. Всему своя мера. Un visam ir savs mērs. Вот есть сейчас в практике шведские столы, знаете. Tagad praksē ir tādi zviedru galdi. Ну, не те, которые сделаны в Швеции. Nav visi galdi, kas ir izveidoti Zviedrijā. Нам предъявили в виде благотворительности. Mums kādreiz ziedoja. Просто называется это стол самообслуживания. Vienkārši tā sauc galdu, ka tu vienkārši pats paņem sav ēdienu. И ответственность за у каждого из нас. Un atbildība ir katram no mums. Прийти и взять столько, чтобы насытиться. Paņem pašam tik, cik ir gana, lai pēstu. Bet citreiz ir kārdinājums. Или не добрать и остаться голодным. Vai nu paņemt par mazu un palikt izsalkušam. Или переборщить. Vai arī paņemt par daudz. После чего уже в баню не пойдешь. Un pēc tam jau pirtī vairs neiesi. Тяжело. Jau ir grūti. И дышать тяжело. Un grūti elpot. Поэтому не надо перекормить. Тапец невай кари пар. Я верю, что должна быть мера на все. Стицу кари будет мера. Мы что-то получили сегодня? Вы сколько саняем отчёт? В этой пятой главе это одна из трех глав Нагорной проповеди. Ши ир пекта нодаль, вена но трис нодалям калн сватру. Пусть Дух Святой поможет нам. Лай Святой Гарс мумс палец. Понимать эти принципы, и мы потом еще поразмышляем насчет этого бумеранга. Izprast šos principus un arī vēlāk mēs pārdomāsim šo bumerangu principu. Чтобы мы могли сеять милость, делать добро. В следующих там главе не желать зла. Lai mēs sētu žēlsirdību, lai mēs spētu labu darīt. Так, как с вами вы хотите, чтобы поступали. Дарьте cilvēkiem tā, kā jūs gribat, lai viņi jums dara. Я как-то на Фейсбуке кто там следует. Поделился какое-то время назад. Es kādreiz Facebookā padalījos. Я не желаю плохого никому, то есть зла. Es nevienam nevēlu ļaunu. Потому что с бумерангом не договориться. Jo ar bumerangu nevar sarunāt. Что пожнёшь, то посеешь. Ko tu sēji, to tu pļauj. Давайте станем для молитвы.